В Петропавловске продолжается благоустройство дворовых территорий. Строят автостоянки, асфальтируют дороги. С начала года парковочные места выделили почти в 50 дворах. Сейчас подрядчики работают возле многоэтажки по улице Жумабаева. С подробностями далее. Были гаражи, было, ну как не уютно, что ли. А сейчас нормально, город вообще преображается. Засыпают вот этой щебенкой, хорошо. Грязи уже такой не будет. Мне нравится, что для жителей создают такие условия. Хотелось бы, чтобы таких мест было много. Такие парковки очень удобные. Год облагораживается, сносятся же эти частники, строятся домашние. А парковка у нас, да, это как бы хорошо то, что сделают, но если она чисто нашего дома будет. Старые гаражи, мусорные контейнеры, вид из окон квартир многоэтажки по улице Жумабаева 115 раньше был не самый приятный. Еще немного, и здесь появится просторная автостоянка 1200 квадратных метров на 50 машин. Участок освободили и уже асфальтируют. Подрядчики работают, что называется, на совесть. У нас по городу продолжается работа по благоустройству, в частности, это устройство парковок во дворах. На сегодняшний день уже установлено 45 парковок во дворах. Работы данные начались в прошлом году. Все работы выполняются по заявлениям жителей, также по итогам отчетной встречи акима города Булата Жумабекова. Благоустраивать дворы будут до тех пор, пока погода позволяет. В этом сезоне в планах у дорожников выехать еще на несколько адресов. Алишер Ашимов, Куанар Абдрахманов, новости МТРК.